Дорогие россияне, буквально с завтрашнего дня я отменяю Путина. Его больше не будет. С завтрашнего дня я отменяю НДС. Будет небольшой налог с продаж. С завтрашнего дня всем сотрудникам всех спецслужб выдадут назад их загранпаспорта. Они могут съездить в Турцию или посмотреть, ну, хотя бы как там в другом месте живут люди. С завтрашнего дня будет огромная амнистия, и все, кто осужден первый раз или по экономическим делам, все уедут прямо домой с завтрашнего дня. А мы отменим все вот эти законы, законы подлецов, Димы Яковлева, можно будет усыновить кого угодно. Это все понятно, мы же все отменим. А мы заморозим тарифы на длительное время, чтобы привести в порядок всю эту инфраструктуру, передать ее в надежные, но частные руки.